Элла Витиспект, с вами Ти Импект, и это Бэтмен Архэм Асайлум. Бэтмен, я здесь! Они появились ниоткуда. Я перетащил сюда Джерри, включил ворота, а потом, наверное, потерял сознание. Джокер прошел через эту дверь. Что за ней? Мы это называем экстремальный изолятор. Туда можно добраться только по транспортной системе. Открывай! Нет проблем, просто вызову другую камеру. Ну окей, жду. Хорошо. Что-то не так. Цепь передачи сигналов тревоги заблокирована. Небольшие трудности. Джокер. А ты ждал двуликого? Тебе не уйти, Джокер. Дурачок, я и не собираюсь уходить. Здесь так весело. Даже ты здесь, а с тобой я всегда улыбаюсь. Это ненадолго. Правда? Посмотрим. Бай-бай. А, чуть не забыл. На случай, если ты за мной увяжешься. Я решил немного подстраховаться. Гордон сейчас направляется к Харли. Офицер Боулс? Если увижу, что ты за мной идешь, он умрет. Харли будет рада. Может быть, я сниму видео и выложу в интернет. Так, окей. Новый твист. Я могу лишь открыть дверь, через которую ты вошел. Извини. Нужно вернуться к камерам. Боулс был глуповат. Наверняка оставил след. Так, так. Окей, это мне надо, получается, вот сюда. Ну, пошли. Бэтмен, что происходит? Джокер сбежал. Он заперся. И у него твой отец. Папа! Не волнуйся, я его верну. Да? Я знаю, но... Оракул, я его верну. Джокеру не взять верх. Я не позволю. Начну с места, где его схватили. Охранник по имени Фрэнк Боулс напал на него. Если я найду Фрэнка, найду и твоего отца. Брюс, поторопись, пожалуйста. Спорим, ты ломаешь голову, как я это провернул? Неужели великий сыщик что-то упустил? Так, ну я вот сюда иду. Мы с Фрэнки давно знакомы. Пару лет назад я вытащил его из пикантной ситуации. Так что, когда мне нужно достать коды доступа или уложить старика от бинты, я знаю, что... Я тебе кровь пущу. Так, это не то? Окей, эти готовы. Код безопасности на нижних этажах блока интенсивной терапии «Красный Альфа». Всем будет сообщение временно. Оракул, я у камер. Изучаю место преступления. И каков план? Найти здесь что-нибудь, связанное с Боулсом? Точно. Так, и где же это? Боулс уронил свою фляжку. Пьянчуга. Интересно, что скажет сканер? Сканируем, окей. Можно идти по запаху спирта. Его оставил бурбон Фрэнка. Оракул, я взял след. Отлично. Иди по следу, я собираю материалы по Архиму, любую информацию. Позже может пригодиться. Идем сюда. Окей. И проходим через этот лифт. Где этот чертов лифт? Тупые, никчемные. Почему Джокер на свободе? Тише. Что происходит?
за чертовщина? Идем сюда, окей. Бен, я знаю, что ты меня слышишь. Хочу кое-что тебе рассказать. Харли и Фрэнк почти вышли из здания вместе со стариком. Как они собираются пройти мимо охраны? Давай, послушай. Эй, Бен, где тебя носило? Джокер послал еще людей. Так, попаду сюда, допустим. Ну, Харли, хватит проигрывать со слугой. С минуты на минуту здесь будет много новых охранников. И да, и пути. Так, встанет сцепиться. Ты же знаешь, я только на сейчас. Ты это слышал, Бэт? Кажется, из Фрэнки выйдет толк. Еще один ценный кадр в организации. Идем сюда. Так, окей, допустим. Ну давай! У них нет никаких шансов. Куда дальше? Этот охранник вечно ему покой. Ну, здравствуйте. Так, двое готовы. Так, ты последний, да? Окей, отлично. Охот я очистил. Интересно, да. Бэтмен, как все идет? Вышел на отца? Пока нет, но я уже близко. Харли Квинн пыталась задержать меня. У нее получилось? Ха, нет, конечно. Я свяжусь с тобой, когда дойду до конца следа. Идем сюда. Поползли. Пожалуйста, у меня ребенок. Я не должен. Мне просто этого хочется. Так, после Лео никого не пропускать. Если кто-то пытается стрелять. Оракулы. Джокера захватили проход к тюремному блоку. Дело плохо. Я перехватываю радиообмен охраны. Кажется, банда Джокера заполучила оружие. Знаю. Я настроен на режим, чтобы отыскать бандитов с оружием. Идти в открытую самоубийство. Нужно подумать. Найти я другой нашел. Путь. Так что, Бэт, правда, идет сам? Кого это делает? Вы только сходите сюда, я ему башку отстрелю. Точно. Он уже покойник. Это было легко, вот. Парни уже наканили. Тип готов. Отлично! Наш милый Грэдфорд тащит сюда своих заданий. Меня здесь нету. Приказ понятен? Тебя уже тоже. Так, тут только нет, окей. Джокер! Заткнись и работай! И веселись! Я лично... Оу! Гляньте, кто здесь! Чьи остренькие ушки торчат! Наверное, мне лучше предупредить мальчика
Ладно, давай мы идем сюда. Надо. К чему Порки так узелкались? Динь-динь-дон. Лечебница Архив перешла под мое управление. Далее в программе обзор текущих событий. Какой-то идиот носится по психушке в костюме летучей мыши. Что за псих? Хотя лично я думаю, что лучше избавить его от мучений. Вот единственное надежное лечение. Так, там еще один снизу. Так, что? Тоннель в поле не с ней ничего делать нельзя. Видеозапись. Так, окей. Люблю я вас. Московские, зато сердца золотые. Кстати, о сердцах. Принеси-ка мне сердце в этого. Шокер псих. И зачем я в этом? Так, все, последний готов. Нужно будет вернуться и обыскать этот сектор, как только зачищу комнату. Ага. Неприятная ситуация. Рассредоточиться! Он может быть где угодно! Значит, смотри так, внимательнее! Шевелись! Эй, герой! Он всего один! Псих-одиночка до зубов вооруженный! Укокошьте его! Укокошьте его! Сходи с ума. Мы справимся. Что такое? Возвращаемся. Я его потерял. Я кого-то нашел. Сюда! Возвращаемся. А вы, я гляжу, очень тупые. Так, вот вы тут вместе лежите, а я пошел. Как ты мог? Они близки, как семья. Я сейчас расплачусь. Похоже, Джокер догадался, как я выследил Гордона. Следы офицера Боуна заканчиваются здесь. Что дальше? Две черта. Портрет. Только одно есть. Иди и портрет найти.
Если бы этот обшак нападает. Я сказал, не порежься об этот обшарпанный портрет. И так тебе это удалось. Отлично. Хотя тут и ребенок справился бы, не то что всемирно известный детектив. Окей. Здрасте. Эй, Бэтмен! Была резня. Боулс приказал всем прикрывать главный вход. Сказал что-то об армии Джокера, рвущейся через ворота. Двое из моих людей шли к выходу, и Фрэнк застрелил их. У них не было ни шанса. Боулс был один? Сначала я так и подумал, но потом увидел Харли Квинн в окружении заключенных из Блэкгейт. Они просто убивали всех, кого нашли в помещении. У меня не было выбора. Я забежал сюда, запер дверь. Я все видел по каналу безопасности. С ними был кто-то похожий на комиссара. Боулс мертв. Так, его услуги их больше не интересовали, и дело продолжили без него. Отлично. Он был подонком. Прости, и идем сюда. Приятель. Какая-то музыка играет тут. Мы приносим извинения за прерывание программы. Джек Райдер в прямом эфире из Гавани Готэма с экстренными новостями. Так, а опять вентиляция. Джек Райдер с экстренными новостями из Гавани Готэма. Так, сейчас что мы должны найти? Получается, просто комиссара Гордона. Я так понимаю? Видимо, да. Так, где это я? Ага, я вышел из лечебницы. Что дальше? Интенсивной терапии. Мы не позволим ему просто взять и уйти, правда? Так что все бандиты, подонки, душегубы, воспитатели детских садов, кто еще не на дежурстве, должны пойти туда и разнести ее в трелезги. Оракул, отключи защитную систему Бэтмобиля. Я получила сигнал тревоги. Что случилось? Где ты? Я снаружи поместья Архима. Возможно, Харли Квинн включила сигнализацию. Если Гордон еще с ней, он может пострадать. Хорошо, готово. Бэтмобиль по-прежнему припаркован у здания интенсивной терапии в Северном Архиме. Так, ну я иду к тебе планы всего острова и отметила ключевые локации, в том числе машину. Так, спасибо, не трогать мой Бэтмобиль. Ах, я сглупил. Ёпт.
Я уже заметил, что у них лучше. Как это все видится? Ох, неприятно. А, она сама часа. Бэтмобиль, извини, но надо подождать. Так, все, ХП восстановилось. Ау. Скоро я захвачу власть над всем островом. Точно говорю, мальчик. Остался. В багажнике Бэтмобиля хороший запас гремучего геля. Мне он может пригодиться. Окей, с гелем разберемся потом. А на этом я все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока!